Уже двоих аниматроников нет. Идите колотить! Она за мной! А, помогите! Я залез на стол, она меня не убьет, ребята! Надеюсь! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня играем в FNAF Coop. Это у нас вторая часть, первая ночь. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. И у нас заставочка. Играть буду один, не знаю, будет очень страшно. Надеюсь, вы поддержите меня лайкосиком. Вообще не знаю, что сейчас будет. Так, заставочка, сразу видно. Голливудская постанова. Ну, очень все прикольно смотрится. Надеюсь, заставка недолго будет. Так, свет выключился. Сейчас уже будет начинаться все. Как всегда, на улице дождь идет. Гром. О, аниматроников уже вижу. Кстати, пиццерия немножко измененная. Так, ну что, начинаем? Нет, не начинаем. Заставки продолжаются. В главных ролях. Димас.ТВ. Второстепенных ролях. Фредди Фокси. О, это начинается. Звук начатия. Кстати, смотрите, здесь как бы получается то и аниматроники. Во, все. Let's play. А мы начинаем. Все, началось. Время уже идет. 12 часов 2 минуты. Так, давайте будем вместе с вами пиццерии изучать. Так, куча коробок стоит. Шкатулка. Тут шкатулку надо будет заводить, я вспомнил. Ее надо заводить, прям ходить туда и нажимать. Так, давайте я вам покажу все. Во, кстати, музыка очень топовая. Вот мы можем нажимать, и она крякает, что-то делает. Какие-то странные звуки издает. Здесь у нас... Кстати, видите, в первой части мы на машине ехали, а здесь просто уже приехали. Все четенько. Так, три аниматроника вижу. Шкатулку вижу. Что-то я еще вижу. О, мастерская. Воу, смотрите, как... Очень классно сделано. Разработчику респект. Так, здесь я был. Здесь еще какая-то должна быть комната. А, ну да, туалет, вот. Все комнаты нашел. Шкатулка уже начинает разводиться. Так, пошли, пошли, пошли заводить ее. Кстати, ее по звуку классно находить. Так, крякалка, не мешай. Кстати, я услышу аниматроников. Да, услышу. А что-то время здесь медленнее идет, чем в первой части. Мне кажется, в первой части быстрее время шло. Мангл! Она уже, что ли, пошла? Так, давайте отойдем. Оп. Подождите, возле моего рабочего стола должна быть комната, где я могу спрятаться. Есть такая здесь комната? Нет такой здесь комнаты. Чё за... Это обман. Блин, это ходить, шкатулку надо заводить и все делать. Это очень сложно. Но мы справимся. Очень медленно, очень медленно идет время. Чувствую, я не затащу. Это будет сложно. Но они еще не двигаются. Вот я не знаю, если я пройду, Мангл меня убьет. Я не буду рисковать. Напишите в комментариях, может что-то я не так делаю. Но мне кажется, все делаю четко. Блин, с Димоном веселее, одному страшновато. Кто будет спрашивать, где Димон? У Димона выпускной. Ой, последний звонок. Последний выпускной. Так, шкатулка, надо тебя завести. Все, кряк завели. Мангл стоит, все аниматроники стоят. Час ночи у нас. Блин, эта ночь намного длиннее. Блин, на улице дождь. Давайте здесь постоим, я не знаю, что. Вот здесь шкатулки постоим, позаводим. И немножко попроходим. Тут какие-то, может, пасхалки есть или что-то есть еще. Так, я знаю, сюда, наверное, можно уже, если вдвоем играть, запрыгнуть. Какие-то есть по-любому классные места, где можно зашкериться. Так, что-то тихо стало. А нет. Все хорошо. Пошел! Я свой! Бежит. Представляете? Ах ты, едить колотить! Я знал, что я не смогу пройти. Ё-моё! Да почему так сложно? Блин.
Это жесть. Ничего, ничего, сейчас пройдем. Я чувствую, что вот в этот раз мы пройдем. Да что они так стучат громко? Это не на места становятся, что ли? Так, хорошо. Ребята, дубль 2, я не знаю, а как от Фокси прятаться-то, если он уже начинает бежать? Ой, от Фокси, от Бонни. Так, сейчас получится точно. Чё ж он так, блин, это если б не... Ну, быстрее меня, получается, бегает. Так, с шифтом мы, получается, одинаково бегаем. Что так, что так, да. Да, Боняжа. Может, он рандомно живет? Давайте нажмем. Представляете, не заводить шкатулку, что будет? Может, шкатулку вообще пока не заводить, а просто шкериться там у себя? Когда уже будет больше половины, тогда. Так, я могу здесь пробегать, я это знаю. Да, Бонни вообще жестко. Испугал меня. Все, на рабочем месте стоим. Ничего тут не могу нажать. Я услышу, когда Фокси будет бежать. Я могу сюда запрыгнуть? Не могу. А сюда? Не могу, блин. Было бы классно считерить как-то. Одному очень сложно. Ну все, стоим. Стоим и проходим. Я вроде слышу, кто-то топотит уже. Вторая часть намного сложнее. Первая вообще очень легко была. Какие-то звуки здесь. Так, Бонни стоит. Тут дверей нигде нету. Как я вообще... А как тут выживать, если дверей нету? Странно, странно. Может сюда куда-то заходить? Так, ну я успею убежать. Да откуда эти звуки? Там, что, стоите? Так, шкатулка уже на четвертую часть, в принципе, разрядилась. Можно завести. Блин, ну это подпись. Заставляет идти до шкатулки, а тут Боня бегает. Бежит! Бежит, 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 ребята. В этот раз я убегу. Убегу, убегу. А чё он так долго бежит-то? Ты чё бежишь так быстро, блин? А как от него спасаться? Я не знаю чего-то. А, у меня вторая ночь стоит. Night 2. А почему? Очень странно. А где первая ночь? Может, что-то не так, что-то где-то? Блин, это сложно. Как от Фокси спрятаться-то? Может, где-то на окно надо запрыгнуть? Может, тут сюда надо встать? И он не пройдет. Давайте попробуем в следующий раз, когда начнет бежать, мы здесь будем стоять. На дурачка, вдруг прокатит. Блин, или Бонни запрыгнет. Да, в первой части они немножко бегают и останавливаются. Здесь такого нету. Так, а слева внизу это что у меня, FPS или что-то такое? Чё, в этот раз он быстрее, наверное, побежит. Может, когда он меня видит, то он начинает бежать. Давайте, короче, я сейчас заведу шкатулку и пойду к себе. Так, все, я к себе иду. Интересно, добежит он ко мне? Может, надо здесь что-то включить? Так, нема что включать. Не, ну и что, я вторую ночь не пройду, должен пройти. Ой, я могу сюда на стол запрыгнуть. Блин, ну это, наверное, не сработает. Как от него убегать? Че, не могу. Так, что-то уже начинает звуки стрёмные. Может, он когда меня видит? Короче, не буду туда ходить, буду тут стоять. Я боюсь. Бежит! Слышали? Блин, что-то одному очень страшно проходить такие игры. Боня, я свой, не убивай меня. Блин, это жесть. Бежит! Бежит, бежит, бежит. Он меня ищет. Блин, я надеюсь, стол меня спасет, ребят. Не знаю, как получится, но... Я не знаю, как от него спасаться. Он очень быстрый. Ребята, мы обязательно запишем первую ночь.
Ну, заставка-то была. Почему вторую пишет? Бежит, бежит, я слышу. Остановился. Он как-то стрёмно бегает. Может, из-за того, что я на столе, он не знает, где я нахожусь? Опа. Это был звук стрёмный. Может, кто-то ожил еще? Опа, я слышу его. Блин, он там находится, прям за стеной. Блин, очень жесткий Бонька. Я даже боюсь слазить со стола, я не знаю, что мне делать. Блин, что делать-то? Буду рисковать жизнью своей. Так, какой-то звук был. Надеюсь, тут такого нет прикола, что со спины телепортируется. Ходит, ищет меня по комнатам. Оп-оп, включает, там какие-то звуки идут. Блин. Тихо, тихо, тихо. Кто тут ходит? Кто-то ходит. Ровно половина шкатулки. Время есть. Блин, он там за стеной. Как мне туда пойти? Ребята, сейчас все равно мне придется слазить и идти, так что... Подождем еще. Может, все-таки, знаете, повезет. 2 часа 10 минут. Так, вроде никого не слышу. Все, слазим потихоньку. Так. Давайте еще немножко подождем. Я боюсь. Еще есть у нас немножечко. Пару минуток. Так, вот видели, тут что-то такое искрит. Аниматроники, где вы? Я вас не боюсь. Так, скоро уже идти надо будет. Они не нападают. Короче, если не попадаться на глаза, то вообще, наверное, может любую игру можно пройти так. Ну, все ночи. Вообще никто не трогает меня. Красота. Так, 2:30. Че, быстро пойти завести? Ребят, опа! Кто-то ожил еще. Блин, может они знают, что я тут? Так, ребята, я слажу, иду заводить. Блин, я так рискую. Так, 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 ребят, давайте. Шкатулка, шкатулка наша цель. О, уже 2 аниматроников нет. О, идите колотить! Она за мной! А, помогите! Я на залез на стол, она меня не убьет, ребята! Надеюсь! Ай! Блин! Очень сложно одному. Но они бегут зигзагами, есть возможность пройти. Ихи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!